Мюзикл в школе-интернате для слепых и слабовидящих. Благотворительные гастроли со сказкой «Белоснежка» и «Семь гномов» устроили ученики 5-й школы. С таким спектаклем юные актеры уже выступили в детском саду «Эврика». Но перед этим целый месяц участники труппы учились петь, танцевать и читать стихи. Проще всего оказалось распределить роли между учениками. У меня еще второе образование психолог, поэтому я видела каждого на своей роли. К сожалению, некоторые ребята болели на момент подготовки спектакля, но увидела кого-то гномом, кого-то принцем, кого-то белоснежкой, кого-то королевой. То есть каждый занял свое место, свою роль и выполняет ее настолько сейчас великолепно, что получаешь просто удовольствие от просмотра. Волонтерское движение в 5-й школе существует уже второй год. Для третьеклассников это первый благотворительный спектакль. И не у всех новичков получалось вжиться в роль. Это не очень легко, но я очень долго тренировалась на себя накидывать вот эту шаль. С первого раза не получалось. У меня все время прищепочка отваливалась, а шаль разворачивалась. А потом уже получаться начало. В этот же день юные актеры выступили в Доме ветеранов. Впереди у них благотворительная акция для воспитанников центра «Забота». Волонтеры обещают вручить детям памятные подарки.